Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покажем вам, как правильно заменить испаритель в картридже от iCare 2. Перед заменой испарителя обязательно выключите устройство пятикратным нажатием на кнопку Fire. Снимаем картридж. На одной из его сторон есть небольшая белая стрелочка, которая указывает расположение фиксатора, который удерживает крышку картриджа. При помощи мода аккуратно отщелкиваем крышку. Главное, не забудьте подготовить несколько салфеток, чтобы не испачкаться жидкостью. Берем новый испаритель и хорошенько пропитываем его жидкостью. Закапываем 5 капель в центр испарителя. Вкручиваем его в шахту. Закрываем крышку. Снимаем верхнюю часть. Заправляем картридж в одно из двух крайних отверстий и ждем 3-5 минут для того, чтобы испаритель полностью пропитался жидкостью. Для такого рода устройств мы рекомендуем использовать жидкость с содержанием глицерина не выше 50%. Если у вас возникнут вопросы по поводу этого мода, то вы можете оставить их в комментариях под этим видео. Спасибо за просмотр, с вами был Сигаретник Бай и до встречи на нашем канале.